26 апреля по всей стране отмечалось 133-летие со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. В историю развития татарской литературы он вошел как великий народный поэт, заложивший основу национальной поэзии и создавший ее классический стиль. К празднованию этой даты татарская община города организовала творческий вечер писателя в библиотеке имени Давыдова Анатри. В рамках мероприятия было организовано чтение стихов поэта и постановка детского кукольного спектакля по произведениям Габдуллы Тукая. Татарская община города уже несколько лет подряд проводит мероприятия в честь дня рождения прославленного татарского поэта. Собираются молодые и постарше поколения разных возрастов, и на своем родном языке, татарском языке, отмечаем этот день. Ведь любой народ, любой национальность не должны забыть свою родную речь, родной язык, культуру. И только тогда будет у нас восполнение жизнеобеспечения всех народов в мире, согласия.